слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. И сегодня у нас будет посвящена встреча тематике «Как быть здоровым в наших жизненных тяжелых условиях». Моя собеседница – это удивительная женщина, занимающаяся изучением народных различных практик. Я думаю, что об этом она лучше расскажет, чем я, потому что всегда, когда кого-то представляешь, это звучит как реклама. Когда человек рассказывает от души, от себя, это звучит естественно. Итак, пожалуйста, красная девица, представься, кто ты, чем занимаешься, как докатилась до жизни такой. Меня зовут Наталья Малышева. Я являюсь разработчиком бренда «Здраворус», генеральным директором компании «Экоро». Когда женщина красиво говорит «генеральный директор», я так сразу хочу под стул куда-нибудь забиться. Итак, а почему же вот генеральный директор занимается такими вот вещами, как здоровье, бани, традиции? Генеральный директор – это тот, который сидит и там подписывает бумаги, что-то такое делает. Ну, в первую очередь, генеральный директор – это живой человек, у которого есть семья, дети, родственники, ну, свое небольшое хозяйство, там, ферма небольшая совсем в Рязанской области с пасекой и так далее. Поэтому идея создания бренда и вообще идея здорового образа жизни, она не чужда никому, в силу того, что мы сейчас живем в очень трудное время, отягощенные действительно урбанизацией, технологиями и их воздействием на живую единицу. А человек – это живая единица природная. Мы с ней вместе в природе родились, в нее и уходим, как говорится. Но жить плодотворно и приносить пользу своей семье, своей родине – это, наверное, задача каждого человека, который живет в России. Да, количество заболеваний увеличивается, и возраст заболеваний все моложе и моложе. И вопрос, как быть, что таблетки глотать, что правильно следить за тем, какой у тебя пульс, какое у тебя давление? Нет, конечно, это как бы лечение следствия. Лучше устранять причину. Вот как? Ну, не то, что назад в джунгли. Но, безусловно, жить как можно больше возможностей, проводить свободное время на природе. У нас у всех есть дачные участки, поголовно у всех в России. Поэтому это вовсе не новшество, что люди тянутся к земле. А выходные, проведенные на свежем воздухе, дают возможность на, если мы как бы проводили определенные исследования, безусловно, дают возможность увеличить работоспособность, улучшить зрение, улучшить память, улучшить обменные процессы. Сейчас я не хочу говорить о процентном соотношении этого полезного влияния, потому что оно обусловлено множеством факторов. Наши предки имели замечательные технологии по долголетию и по поддержанию здоровья, которые воспитывались и внедрялись в ума и сердца подрастающего поколения с молоком матери. И это была определенная культура здравомыслия, здравооденствия и здорового процветания. Потому что вот эти все понятия, они, безусловно, образуют вот такой вот кокон вокруг человека. И этот кокон можно назвать энергетическим протектором, который снижает воздействие, патогенные воздействия на человека. Угу. Вот. А как это сделать? Вот был вопрос, как же можно, какими способами можно это сделать в наше современное время, когда вокруг нас огромное количество различных волн, волновых воздействий, частотных, патогенных для нашего живого организма, когда мы кушаем не пойми что и не пойми как, в силу того, что у нас бешеный ритм жизни, особенно в мегаполисах. От этого страдают все. Поэтому заболеваемость, поэтому смертность, поэтому онкология и так далее, и так далее. Целый клубок. А технологии есть. И это передаваемые из поколения в поколение элементарные навыки жизнедеятельности. Угу. Вот когда ты говоришь о здоровье вообще, это во все стороны можно смотреть, но ты же не можешь разорваться во все стороны. Конечно. Поэтому есть что-то общее, а есть что-то вот направленное. Угу. Твое направление, чем ты занимаешься и что ты можешь порекомендовать слушателям и зрителям Народного славянского радио. Вот что твое, что ты изучила?
Ну, во-первых, как сделать так, чтобы высыпаться? И это оптимально затраченное на сон, то те же самые 6, иногда 4 часа. Как восстановить свою работоспособность, если у тебя был очень напряженный рабочий день, и тебе надо на следующий день быть свежим и работоспособным? Это практика? Это мантры практика. Какие-то? Нет, это не мантры, это абсолютно элементарные вещи, которым учила еще бабушка. Угу. То есть наши древние? Наши древние, безусловно. Ну, они сложные? Абсолютно несложные. Во-первых, это правильная организация спального места. Так. Безусловно, я не пропагандирую, чтобы все быстро прыгнули на сеновал и там выспались, но, тем не менее, сеновал в городе можно обеспечить в микроварианте. Вот мы сделали такую интересную вещь, как травяной наматрасник или травяные одеяла. Угу. Они практически ручные работы, да, имеют достаточно сложную технологию производства, но, тем не менее, использование вот таких вот травяных рулонных материалов дают возможность получать ароматерапию во время сна, восстанавливать свои силы, прекрасно высыпаться. Эти вещи, ну, производятся, да, под заказ и являются как бы одним из решений, которые помогают сохранять свое здоровье, потому что ты просыпаешься совершенно готовый к следующему рабочему дню. Вот. Мы, наши предки использовали льняной текстиль, угу. Как бы, ну, понятное свойство льняной ткани, она используется как в хирургии, является прекрасным антисептиком, блокирует различные патогенные бактерии, не давая им развиваться. Мало того, что микромассаж различного рода текстурой льняной ткани, применяемые, вот, применявшиеся на Руси, это и нательные рубахи тонкой тканной работы, либо грубый лен для, вместе с конопляной ниткой ткали для рабочей одежды. Для повседневной одежды была своя, свои ткани, своей категории. Но это было настолько продумано все. Не нужны были огромное количество гардеробов разного назначения. Была рабочая одежда, была повседневная одежда и была праздничная одежда. И это не говорит о том, что я не призываю всех сразу же мгновенно броситься в аскетизм, сократить гардеробные площади и так далее. Вовсе нет. Но то, что касается вашего тела и то, что работает внутри вашего жилья, на это стоит обратить внимание. Угу. Вот. Но этим ты тоже занимаешься? Да, это производство, конечно. Тоже у тебя, да, есть, да? Это есть производство. То есть ты говоришь не просто так, вот хорошо, нет, у нас часто нет. Говорят, давайте жить как Капи Леопольди. Нет, абсолютно. Мы можем... Это практика? Это практика, да. Это делается, мы разрабатываем под непосредственную комнату, либо заказчика, либо помещение какое-то. А даже индивидуально? Индивидуально, а нет, да? Такого, что, например, я хочу просто себе сам сделать комнату, позвонить вам или на сайте и сказать, я хочу на матрасник, хочу это, рубаху. Пожалуйста, там вы какую-то... можете это сделать. И да. Сам могу, да? Да, конечно. Хорошо. Угу. Так, ну и вот помимо всего этого, что еще? Ну, очень важно, как вы ухаживаете за своим телом, за своим здоровьем. Потому что, ну, например, все знают такой прекрасный ингредиент, как репейное масло. Угу. Да? Или касторовое масло. Их свойства, безусловно, известны всем и вся. Они прекрасно воздействуют на волосяную луковицу, на кожный покров. И питают, и обогащают, и так далее, и так далее. Но это не единственный природный компонент, который дает возможность поддерживать вашу красоту и здоровье. Есть травяные, как бы, списки, известные как прописи травяные, на основании которых разработаны определенные косметические линейки для использования в домашних условиях для себя. Ну, знаешь, что хотелось бы тогда уточнить следующее. Угу. Вот не все, наверное, себе могут позволить купить какие-то уже готовые вещи. Может быть, кто-то захочет сам изготовить. Я понимаю, что и тех
может быть, единицы, и тех, которые покупают, может быть, больше. Но все-таки для тех, кто скажет, вот не доверяю я покупным вещам, хочу сам сказать, вот я достал конопляное масло, или там льняное масло, или еще какое-то масло, мне что, все, в лысину начинать втирать там, или подмышками, или как? Есть какие-то рецепты смешать с тем-то, с тем-то? Есть, безусловно, рецепты, которые говорят, вот возьмите вот этой травки вот столько-то, сделайте отварчик, добавьте масло и так далее. То есть вот... За 15 лет сбора всяческой рецептуры накопилось огромное количество этих рецептов. И, в принципе, если кто-то заинтересуется, мы можем проконсультировать по этому поводу. Но отработаны были линейки косметических средств специально для банных практик, потому что здоровье без бани невозможно. И... Так как в баню ходили все вместе, и это и дети, и взрослые, и старики, и так далее, поэтому вся вот эта косметика разработана по критерию детской косметики, она абсолютно безвредна. Тем более, что главным консультантом и разработчиком данной косметической линии был профессионал, кандидат химических наук, который разрабатывает именно вот это направление. То есть у нас задача была поставлена очень жестко. То есть мы взяли весь арсенал накопленных вот этих вот списков, где мы и путешествовали, и травки собирали, и экспериментировали, и смотрели, где лучшее качество по производству экстрактов, экстракты СО2, травяные, их сухие и так далее. Проанализировали огромное количество предложений компаний, посмотрели, как, на каком уровне у них производство. Ну и, соответственно, использовали их технологические возможности, совместив их с тем арсеналом знаний, которые сохранились от наших предков. Да, ну поскольку прозвучала баня, то в этом случае, наверное, надо и затронуть это. Итак, мы следим за своим телом, мы следим за одеждой, мы следим за тем, где находимся, и теперь уже... Баня. Да, непосредственно со своим здоровьем. Потому что обязательным посещение бани и банных практик было раз в неделю на Руси. И это было железно совершенно. Причем существовало очень много интересных банных обрядов. Например, когда муж приезжал с сеча, его встречала жена. Но он сразу не шел в дом. Потому что он, на нем было столько всего негативного, страданий, там, лишений и всего остального. Вот встреча вот эта вот начиналась-то как раз на банном пороге. И проводился ритуал очищения, омовения и холения, да, как «добро пожаловать домой». «Мы тебя ждем, любимый, прекрасный, и пожалуйста». Вот, в течение 5-6 часов... Супруга проводила вот этот ритуал. И только после этого было все остальное. Ну, баня связана еще и с рождением, безусловно, и со смертью, да, и с лечением, безусловно, со здравой и так далее. А есть какие-то, вот сейчас, что прям нашим зрителям, слушателям, чтобы такое передать, какие-то практические советы, как соединить вместе вот это? К примеру, берете вот это, кладете сюда, окатываетесь вот этим, шпарите себя веником вот здесь или махаете столько-то, и... Перед тем, как идти в баню, принимайте это, когда вы ходите, принимайте это. Ну, чтобы вот, была какая-то еще и практическая польза людям, которые нас слушают и смотрят. Ну, я бы посоветовала банный день сделать днем здоровья вообще, как бы очистительных мероприятий для своего организма. А к этому надо немножко подготовиться. То есть, если, например, в баню вы идете в пятницу вечером, то с вечера четверга надо себя готовить к этому. Как? Сделать последнюю в четверг прием пищи не позже 6 часов вечера. Это раз. Чтобы этот прием пищи состоял обязательно из овощных продуктов. То есть постный такой? Да, постный прием совершенно. Что касается дня пятничного, еда не должна быть обильной. Безусловно, она должна быть абсолютно растительной и содержать много жидкости. Почему? Потому что нужно готовить организм к выделению шлаков и токсинов, особенно кислого происхождения. А это лучше делать растительной пищей? А это делается растительной пищей. Таким образом, когда вы в субботу придете в баню,
процедура принесет максимальную пользу. Что пить до, и что пить во время, что пить после? Травяные сборы, муссы. Замечательно. После бани, если банная практика заканчивается в 4, например, часа вечера, начавшись утром, да, ну, как бы семейная банная практика, во время банной процедуры замечательно идет такая как бы дробленая каша, которая заваривается мгновенно, настаивается в течение 15-20 минут и изобилует микроэлементами, омега-кислотами и так далее, и так далее. Угу. Эти каши делались из дробленных злаков, обогащались либо медом, либо вареньем на меду, либо сушеные ягоды, либо ну, различными, либо пыльцой, например. Она получается очень вкусная и полезная. Мало того, что она прекрасно влияет на желудочно-кишечный тракт, заставляя его функционировать и запускает регенеративные процессы в печени, например, так как в составе этой каши обязательно присутствует расторопша молотая. И это тоже как бы не секрет. Mm-hmm. Вот такие вот интересные вещи можно позволить себе в бане, это будет и сытно, и полезно. И вечером, вечерний банный день лучше завершать также вот такими легкими продуктами, опять же, растительного происхождения. И желательно до захода солнца. Безусловно. Безусловно. Да, чтобы потом не ложиться с таким. Да. Хорошо. Зато вот такая вот банная процедура дает возможность прекрасно очистить организм, почистить. Как бы как генеральную уборку сделать, а потом скинуть несколько килограмм, ну, килограмм 2-3 за вот эти вот двухдневные мероприятия уходит, и эта возможность как бы влезть в тот наряд, который предпочтителен для выходного дня, воскресенье, что немаловажно для каждой женщины. Ну да, для каждой красавицы быть еще красивее, это очень важно. Хорошо, теперь такой вопрос. Понятно, что слушатели и зрители Народного славянского радио – это большинство людей, которые не употребляют каких-то алкогольных изделий, напитками это не называю, потому что напиток – то, что питает, а именно изделия. И для них не секрет, что те, кто говорят, русская традиция – это выпить в бане, это не русская традиция. Абсолютно это не русская уничтоженная традиция, принесенная кем-то, кем-то специально внедренная. Угу. Вот что здесь можно еще отметить? Тем, кто все-таки думает, что это наша традиция? Это не наша традиция абсолютно. Потому что основное назначение русской бани, чем она вот настолько привлекательна, и ее положительные эффекты, именно в том, что здесь нет места дебошу. Угу. Вот что самое важное. Баня рождает желание медитации, очищение помыслов, очищение тела, развитие духа также. Потому что, почистив тело, очищаются мысли. И в единении семьи, а банные практики – это семейные практики, это еще одна возможность культурно-духовного обогащения внутри семьи, укрепления ее родственных связей, традиций, когда можно с детьми детям рассказать какие-то сказы, там, исторические вещи, поговорить о полезности того или иного растения, о культуре вообще здоровья, как соблюдать свое здоровье для женской половины одна ситуация, а для мужской половины другая ситуация. И в этом плане общение между сыном и отцом, лишь между мамой и дочкой, оно, безусловно, дает ну, такие дивиденции, которые человек получает в течение всей своей жизни дальше, накапливая их и накапливая. Угу. Культура поведения в бане. Как надо заходить, как надо выходить, сколько раз заходить, почему мыться вот так вот или обмываться вот так вот, вытираться так, сидеть, надо там уши закрывать, там нос, я не знаю. Что-то такие общие рекомендации. Во-первых, это не бравировать паром, потому что терморежимы, безусловно, индивидуальны для каждого человека. Есть
люди, так скажем, сталевары, которым быстрее-быстрее, побольше-побольше. Но это не значит, что это есть очень хорошо, потому что любые перегрузки для нашего организма, они пагубные. В традиционной русской бане есть та золотая середина, которая, безусловно, полезна для любого возраста. Ее стоит придерживаться. Сколько но примерно это, раз? Вот, но это вот отдельная, как бы отдельный разговор, потому что про баню можно говорить часами. Есть общие рекомендации. Угу. Вот сколько раз примерно минимально желательно зайти в баню? 3-4. 3-4? Да, 3-4. Угу. Потому что это контрастная гимнастика, это гимнастика для сосудов и капилляров. Безусловно, здесь улучшается капиллярное дыхание с помощью веничного массажа, там, травяного массажа, скрабирования различного. Скрабирование может быть произведено как различными скрабами, специально приготовленными, так обыкновенным лыковым мочалом с хорошим мылом, желательно ручного производства, которое можно сделать, полно рецептов в интернете, можно сделать действительно натуральное мыло для себя любимых. Еще одна такая якобы русская традиция, это как заходишь в баню, и тебя сразу начинают хлестать вениками так, что кожа аж не слезает. Ни в коем случае этого нельзя делать, потому что должен быть, опять же, подготовительный как бы период для того, чтобы войти в температуру, чувствовать себя там комфортнее и улучшить процессы выделительные для организма. То есть веник – это не стягайка, это нет, все-таки это массаж, опахало, массаж. Это массаж, это удовольствие, и это лечебные практики, я бы так сказала. Очень интересно, много про баню узнаешь, нас с тобой будет еще поговорить более так конкретно на эту тему. Пожалуйста. Теперь давай похвастаемся. Давай похвастаемся, это не всегда приятно, когда русские традиции выходят на международный уровень, потому что у нас, к сожалению, сложился стереотип: водка, матрешка, гармошка, ушанка, вот это вот то, что на Западе. И на Востоке, вот в России едут все каких-то там идиоты, кокошники, мужики на себя одевают и ездят там, это жуть какая-то. Конечно. Вот давай теперь поговорим о настоящих традициях, которые передаются и на Запад, и на Восток. Ну, говорю, похвастаемся, давай нашим. Ну, похвастаться мы, конечно, можем, слава Богу, тем, что сейчас интерес к банному туризму со стороны иностранцев, особенно в последнее время, возрастает. Мы с этим столкнулись, когда представляли данную концепцию на спа-митинг в Абу-Даби в 2014 году. Спа, да, да, спа-митинг – это название международного формата встреч. Это встреча спа. Вот такая еще бы вот. Спа теперь на русский перевести тоже. Ну, спа непереводимый, извините. Получается, да. Я так отстал от жизни. Да. Это, ну, или технологии wellness, все равно это импортное слово. Да. Потому что формат бани – это уникальный формат. Такого формата никто не предлагает ни в каких-либо вот таких вот комплексах, где производятся процедуры по уходу за телом, так скажем, те же самые хамамы, это совершенно другое. Русская баня уникальна, это не финская сауна, это совершенно другая технология, другая концепция, которая удивительна для иностранцев. Поэтому, приезжая сюда и попадая в банный комплекс, ну так, ну как вот в Египте ввозят в хамам, да, ну вот у нас начали туроператоры возить в баню. Ну так. Ну опять это не в славянском варианте, но обязательно, чтобы веником постигали, в бассейн нырнули. Ну хотя бы минимум мини-ворм поставить самовар. А это совершенно иначе. Вот мне посчастливилось, так как это было приглашение, заниматься с студентами Института туризма и гостеприимства в течение года практическими занятиями по разработке туристических продуктов и бизнес-идей в преломлении вот этой вот концепции «Здраворос» в отельные комплексы и в пакеты туристических программ. И таким образом мы вывели на рынок несколько продуктов туристических, которые направлены на привлечение иностранцев и на развитие, как бы популяризацию банного туризма. Когда приехавший сюда гость
в течение нескольких дней имеет уникальную возможность посмотреть на Россию с неизвестной стороны, где во время вот этого тура есть возможность познакомиться не только с историей архитектуры и культуры, но и с банно-оздоровительными культурными традициями. Например, если вы первый день проводите в Москве, по городу есть обзорная экскурсия с посещением Кремля. Стандартная. Угу. И этот день заканчивается в банном комплексе, банными процедурами, красивыми славянскими процедурами, это производит такое впечатление необыкновенное, от которого они, честно говоря, шалеют в течение следующих дней и ждут, а будет ли еще. А кто больше пищит, Восток или Запад? Запад. Угу. Пищит Запад. Как говорят, в России, оказывается, не все так плохо. Есть еще и баня, да? Есть еще и баня, да. Вот. Поэтому разработаны под различные заявки, разработаны различные турпакеты, которые можно предлагать и как бы, которые мы уже выводим на рынок. Мне очень понравилось слово «здраворос». Звучит хорошо. «Здраворос». Хорошо. У нас есть такая традиция на радио. Кто-то вещает, говорит тем, кто слушает и смотрит, что-то доброе, вечное, красивое, какое-то пожелание такое, вот туда, в камеру. Дорогие друзья, будем здоровы. Будем здоровы с соблюдением традиций русского здоровья. Это банные процедуры, здоровый образ жизни, здоровое питание, здоровое мышление. И будем здравы все вместе. Ну что ж, друзья, если у вас возникли какие-то вопросы по этой теме, то, пожалуйста, пишите, мы будем продолжать раскрывать ее как и по здравиям, так и по бане, так и по каким-то дополнительным приспособлениям. От вас зависит следующая наша тема, следующий наш разговор. А мне остается с вами попрощаться, пожелать всего самого доброго, поблагодарить сказительницу за интересное повествование. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. Вы слушаете Народное славянское радио.